врагами, и в суете продадут за пита. Я буду грызть эту землю зубами, я буду верить, что это не так. Если я буду оборван, как дервиш, и стану жить все на свете клиня, я буду знать все равно, что ты веришь, я буду знать, что ты любишь меня. Если спасать этот мир будет поздно, он через час превратится в туман. Даже уже в раскаленной пустыне, той, что когда-то мы звали Земля, знаю, что сердце мое не остыло. Я буду знать, что ты любишь меня. Знаю, что сердце мое не остыло. Я буду знать, что ты любишь меня. Ангелам с неба на землю выберут нам с тобой место в тепле. Голосу сердца и разума в небо я упаду, но поближе к тебе. И через день, возродившись сиренью, я обниму тебя кроной шумя. Ты будешь знать, что я твой добрый гений. Я буду знать, что ты любишь меня. Я бы одним укусом не ограничился.
Ну, тогда я беру помощь компьютера. Значит, вы берете подсказку. 50 на 50. Да. Так, а пока наш компьютер работает, небольшая музыкальная пауза. А может, вы нам что-нибудь споете? Да с удовольствием. Прошу вас. Как на свете.
Ты отпустил меня, сказал.
прощаю, ведь я тебе нужна, нужна, я знаю, и я вернусь, тебе вернусь свежим легким ветерком, жаркий день тебя коснусь, добрым тихим огоньком, для тебя ночи зажгусь, час печали улыбнусь, яркой радугой с небес, ты не ждешь, но я вернусь, и напомню о себе. Холодные глаза, не о чем спросить и нечего сказать. Случайный пассажир, дорога в никуда. Хочу побыть один, один как никогда. С этой грустью, с этой болью остаюсь наедине. Дождинки на стекле, слезинки на глазах, не знать бы, что тебе не безразличен я. Но телефон молчит, лишь тикают часы, не говорят они, что не со мною ты. С этой грустью, с этой болью остаюсь наедине. И от грусти, и от боли никуда не деться мне. С этой грустью, с этой болью я давно не расстаюсь. С этой грустью, с этой болью никуда в такси я мчусь.
Спасибо. Распрессались тут сидя. Так весело у вас так на весело. А вы не забыли, где вы находитесь? Вы находитесь на игре. Да. Да. Продолжаем нашу игру. И сейчас мы узнаем правильный ответ. Русская народная пословица гласит: семь раз отмерь и один раз отрежь. Отрежь. Правильно. Молодец. Переходим к следующему вопросу. Вы готовы? Да, да, да. Тогда внимание, вопрос. Сколько букв в слове «ЕШЩО»? Четыре варианта ответа. Две, три, четыре, пять. Да какие ты, Максим, вопрос все трудные задаете. Так на миллион идешь. Ну, так, будем рассуждать логически. Ну, не две это точно. И не пять. Остаются два варианта. Железная женская логика. Но, чтобы ответить правильно, нужно еще знать, как пишется это слово. Как же оно пишется-то? Ну, конечно, я вас не буду спрашивать, что у вас в школе было по русскому языку. Может, воспользоваться подсказкой зала? Да, давайте попросим помощь зала. А пока зрители в зале ищут ответ, предлагаем вашему вниманию музыкальную паузу. Уж подскажите правильно. Погодите, музыкальная пауза. Oh,
нам статистику ответа наших зрителей и гостей. Итак, 49% считают зрители, что в слове «еще» три буквы. 49% считают, что 4. И по 1% считают, что 2 и 5. Какой ответ вы выбираете? Я выбираю 3. Все, все, все. Но почему 3-то? 3 буквы. Но почему 3? Ну что? 3 – это для меня счастливое число. Потому что в школе у меня по-русскому была. Ваш ответ принят. И это правильный ответ. А продолжение нашей игры мы услышим после музыкальной паузы. Вы торопитесь, что ли?
вопрос. Внимательно слушайте. Где? Кто автор книг о Гарри Поттере? Вариантов ответа? У вас было по математике сколько? 4 варианта ответа. Опять. Да. Александр Сергеевич Пушкин. Джоан Роулинг. Петр Ильич Чайковский. Братья Гримм. А вы бы вообще-то читали книги о Гарри Поттере? Я в детстве таких книг, наверное. Да я читала. Вот только я автор забыла. А можно я позвоню своему другу, Андрею Заумному? Вы хотите взять подсказку? Он все вот эти книги читал, и он должен знать автора этих книг. Было бы стыдно вам не знать. Ну хорошо, воспользуемся подсказкой зала. Друга. Ой, друга. Извините, у нас пока нет связи, и пока операторы налаживают связь с вашим другом, я предлагаю вам спеть со мной дуэтом. Как вы, согласны? Давайте попробуем. Yeah.
появилась связь с вашим другом. Алло. Алло, здравствуйте, Андрей. Вас беспокоит игра «Кто хочет стать миллионером». И я, Максим Галкин. Очень приятно. И мне также очень приятно. Вы можете помочь вашей подруге Гортензии Оклахомовой выиграть миллион? Вы готовы? Всегда готов. Но учтите, у вас 30 секунд. Пожалуйста, Гортензия. Андрей. Да-да. Кто написал книгу о Гарри Поттере? Джоан Роллинг. Ты уверен? Да-да, конечно. И ваш ответ? Ну, я соглашусь с Андреем. Хотя мне почему-то больше знакомо Александр Сергеевич. Еще бы не знаю. Пушкин. И этот, как его, Петр Ильич Чайковский. Он еще муху-стрекотуху написал. Ну ладно, соглашусь с Андреем. Джоан так Джоан. Ответ принят. А верен ли он, мы узнаем после музыкальной паузы. Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Я бессовестно нарвал букет из роз. Дай бог памяти, в каком это году я не чувствовал ладонями занос. Нарывались от погони сторожа, и собаки не жалели в беге сил. Да я бежал твоим букетом дорожа, и запутавшись в соборах колесил. Кровь листала из разодранной щеки, а рубаха развалилась пополам. Оставались чудом целые лепестки, а штаны ползли совестно по швам. Ты сидела на скамейке далеко и считала мысли медленно достая за бой, и махивала легко, и версту сменяла новая места. Убежал я из собак перехитрил, совершая полночный марафон, а потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари, я в окно твое погасшие глазел. Комары меня вонзали в алтыри, а букет в руках беспомощно редел. Мы столкнулись, видно, есть на свете Бог, и шарахнулись, как серые коты. Помнишь, девочка, я веник приволок, это были твои первые цветы. Я не важный вид имел, как кавалер, и язык во рту ворочался немой, а надрывался в упоенье каждый нерв. Но пора уже, пора было домой. Рваную рубанку от меня затуманила рассудок резида, а букет ей вторил запахом меня. А потом качалась ночь на каблуках, и кувшинки глупо путались в пруду. Помнишь, девочка, занозы на руках? Дай бог памяти. Спасибо. Праздником.
правила в моих руках. Ты не сможешь без меня, я вижу в твоих глазах. Изменилась жизнь моя, будто солнце из дождя.
дорогие друзья, мы остановились на небольшом фрагменте передачи «Кто хочет стать миллионером». Но уверены, что каждый из вас помнит, что гортензия Оклахомова, благодаря своим глубоким, очень глубоким знаниям, смогла выиграть миллион. А вот участники наших музыкальных заставок, благодаря своим талантам, получают не меньший приз. Они получили приз, это признание и любовь жителей нашего поселка.